Первый открытый конкурс «Гомельский сувенир» обвешаны в регионе. Организаторы шукают ремесленников и майстров декоративно-прикладной творчести, готовых представить на суд журы свои работы. Прием заявок завершится 25 лютого. А до этого в рамках конкурса пройдет шерох тематичных мероприемств. Один из семинаров отбылся у филиале Ветковского музея. Организаторами выступили Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты, Ветковский музей старообрядничества и белорусских традиций имя Федора Шклярова, а так само региональный ресурсный центр по развитию додатковой эдукации дорослых. Подчас семинару разглядались особливости вырабу регионального сувенира, его брендирования и перспективы развития сувенирной вытворчести у Гомельской области. Удельникам расповели и продемонстрировали на практике головные правила, какие необходимы улишивать при вырабе туристичного сувенира. Наиболее характерный это на свой сувенир изготавливаем. Всегда нужно посмотреть глазами иностранного туриста, глазами чужого человека, а не собственные. О том, что он должен быть в бюджетном исполнении и куплен был обычным массовым потребителем. О том, что он должен иметь размеры какие-то определенные, потому что это транспортировка, это визуальное восприятие. О том, что обязательно в порядке он должен иметь некий региональный колорит, акцент, связанный с культурологической основой, географической основой, историческими какими-то моментами. Главное, чтобы сувенир был на самом деле теплым, душевным, ручным и желался купиться. Рамесники и майстры, которые были на семинары, подтвердили свое желание удельничать в первом открытом конкурсе «Гомельский сувенир». Нагадаем, отправить заявку можно до 25 лютого. Выники творчего спаборництва подведут у соковику. Журы вызначат переможца у четырех номинациях.